На испанского премьер-министра Мариано Рахоя совершено нападение. Инцидент произошел в Галисии, куда глава правительства прибыл в рамках своей предвыборной кампании. Рахой вместе с однопартийцами устроил на улице импровизированную встречу с избирателями. Его сразу же окружили местные жители, один из которых попросил премьера сфотографироваться. Но вместо этого неожиданно ударил его по лицу. Нападавшего сразу задержали сотрудники правоохранительных органов.